же есть, да, Афлек, или ты только Дестрика делал? Просто два клика сделайтесь. Ну, потом тогда просто, если что, шкаф оставите, сделайте афликом проспект. Ну, там, без разницы. Вылишь сигареты, поделаем. Там просто вытягивание душ. Ну, хотя можно это делать и в Дестерсе, но такой эффект меньше будет. Ты гадишь. Просто как шипы доты кинул и похищением жаюсь. Твоя задача просто на третьей фазе там сосать все. Слышишь, это ты, блядь, на коче там стащишь. Волки уничтожают. Гудлик, а ты что-то там он хотел похвастаться, хотел похвастаться второй инст, второй сердолик, но нет, это Яша. Ты пойдешь вечером на исполнение? Я сейчас пойду. Ну ты пойдешь сам? А? Со мной пойдешь? Нет? Ну да, иди качайся, 8 гигабайт здесь. Держу. Возьмем ФК и R1. Да, конечно. Слышали, Гудлик? Гудлик. Гудлик. А ты это там изи стримит сейчас, да? Да. Понял. Так, что у нас по контролям? У нас есть. У нас есть. Ничего у нас нет. Мага нет, ханта нет. Угу. Лок есть. А у нас есть? Значит, на эльфа. Тролль. Человек ульт. Первый человек. Слева пачка есть. Там один ледяной маг, один приверженец, один пироман. Ну, там стоять неудобно. Ну, давай. Там 4 мобазы. С салом. Пиздец там будет. Ну слушай, в крайнем случае, типа, если будут проблемы, пачку под герой пройдем. Так, давай следующим образом. Банан, ты сейчас вихрь, короче, будешь выкастовывать первый. Будешь вихрь в ледяного мага. Без проблем, я. А я этого, второго, бурст. Давать будете сейчас просто бурсить этот мет. Присуманьте бананы, бананы присуманьте. Метку крестик бурстите, метку чень будешь вихрь пробовать снять. А звездочку я в жабу превращу. Вот бурстами сливаем. Что, одну пачку заливаем, правильно? Да, 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 да. Вообще без рубля. Давай, банан зашел. После вихря корнец стан может по кружку дать. И сало ДК еще может дать. Так, подожди, я вот этому печеньки, да? Печеньки, вихрь, да, кидай там сразу. Ага. Сейчас я кину туда. Пошли, пошли, я кидаю. Кинул, кинулся нормально. Че, разбираем? Клеть, клеть, клеть. И хотим у костра. Я по циклу не ищу. Нормально. Играем в ледяного мага. Метку через.
Баранта. Баран. Пробуй тебе играть для него, мага. Корнес, Войд, дай боб быстрее Корнесу. Это не боб, это диван. Диван, диван, диван. Успел. Нормально. Сейчас про пачку легче будет. Чего мы там еще не докачали 25-го левел? Полторы полноски. Семь знаков. Сотнями скупаем. На каждом двине захожу, прожимаю, код поставил. Бей 30 за 3 дня. Рыбу поставили вам? Этих сразу. Войду чуть поднимите, просто ссорился. Ешьте рыбу. Лока сомнить. Кого? Лока. Лока надо сомнить, да. А. А зачем ты вставал? Ну, он не знал, что профессионалы сидят. Профессионалы. А чё нет? Гудлика нету, значит не профессионалы. Всё нормально. Так, ну шо, давайте теперь также печеньку контролим, а я пироманта, череп играем. Больше, кстати, сказал, что он топ-1 DPS. Точечно играет, главное, без ауни особо. Печенька вышла. Или в корнях держит. Да, звездочку, звездочку, да. Хочу солнце, вернулся, он как-то из этого. Быстрее пиромант отыгрываем. Но попробую закрывать печеньку. Алло. Сейчас уже, будет чуть-чуть, не помог. Модла нет на КД. Я встал нормально. Играем печеньку, звездочку. Играем. Я по КД даю смерч, у меня диминишн. Просто нормально. Это сейчас гимн дали, пока что? Да, да. Неужели? Никогда не видел, что пристын на этих мобов гимн давали. Это сало на хилах. Это сало на хилах. Это хорошо? Это круто. Это очень хорошо. Ай, заебись. Если Корнес хвалит, это вообще прям что-то с чем. Ты считаешь, что боженька благословил, блядь? Если Корнес хвалит, это значит, что чуть выше, чем полтора. Контролем пробуем выпивать. Ой, как прямо хорошо увел. Даже сбить себе его не успел. Стрелял, да, на уколы? Да, да, конечно. Еще секунду ману резну. Хотя бы до половины. Ладно, нормально. Я тоже себе ману резну. Забавьте меня, то я падал. Пойло богов. Интересно, а в ретрике его можно тончить в танкошмоте? Не думаю. А-а-а. Ну да, запрыгиваться. Ну десятки можно. Ну мало слушай, хп будет ретрика просто. Ретрика можно, слушай. Типа ретрика просто собрать под танка и типа чё нет.
Ладно, позырим сейчас, как она так, будет кончаться. Давайте, короче, метки сейчас раскидаю. Секунду. Я ДБ включил, по идее должно раскидывать теперь нормально. А у Исполина нету танка? Есть, нет. Есть, конечно. Так может лучше спекнется он, да? Пусть спекнется лучше. Давай, слышишь, хардмод, который лох здесь? Хардмод. Короче, видишь, метка звезда, просто бегай за мной, когда будет лужа и все. Да не обязательно, просто смотри, вот видишь, мы стоим в квадратике, все, я буду анонсить, а если на тебе череп... А вот пусть ретрика на этом будет. Что ты и йога тогда потанчи, ладно? И там все разбегаются влево. Подождите, не пуляйте, подождите. Сейчас, не спекнулся. Подождите, квадратик, мы стоим все в квадрате в одном фрейме, не вот так, не вот так, не вот так, а именно в квадрате. Вот, когда летит бомба, я буду анонсить, ты отбегаешь влево-вправо. Если на тебя кинется метка крестик, я это тоже на анонше, но могу, конечно, проебаться. Тебе нужно повернуться, побежать в обратную сторону, но нет. Как можно быстрее. Вот, убежал, стоишь, пока бы тебе дебаф не спадет, стоишь в конце, потом подбегаешь обратно к рейту. Ну, в целом, так как это вся. Давайте, Арчи, на готовность на пул, кто нам что еще хотел сказать, скажите. Все, все готово, давайте. Блин, начинай. Давайте агротайм, пускай поставят. Порой пошли, да, нет. РЗ пока не играет, видите, бомба. Бля. Я спекнулся, короче. Хпало, блядь. Разбирайтесь. Я делал ретрикошмот, блядь. Неплохо. Сука. Дайте нормально ДПС хватит себя. Пиздец. А, САУЕ внимательно смотрим. Разбегаемся. Боком бейте. Ёбаный рот. Разбегай, хармот назад. Разбежай. Ты можешь портал там в кресте оставить себе. Брать. Слышь, все, пожалуйста. Разбежай. Кикаст. Почему никто не кикает каст? ДК может и два вара. И никто не мог сбить. Нормально. Один вар. А Годлик бы, Годлик бы спокойно бы. Побежали. Ну кто босс в РПЧП? Да ну. Босс. А что ты не откинула, откинула прям на меня. Не ставьте квадратики ровно, потому что падает немного ближе. Ты желтый бежал. Жаль, давай единицы бежать. Ровно встали в квадрат. Карниз, а что ты на рейнже? Назад банан. Под боссом бы стоял, резал. Побежали. Да я так, я хочу побегать. Он тренируется, он что-то делает. Кто карнизы продает? Лок. Кстати, квадратик, Кирик. Попал в зоне разбежали. Давай Devil Walk назад. Devil Walk. Ирод, блядь. Oh. Ирод. Это вайп. Да, что хоть, делаешь? Хоть у Редрика спекнусь. Ну ладно. Че, есть диван? Ака внизу, блядь. Где Ака? На 48 секунд, когда я еще. Давайте падать, потому что только время тратим. Ну там 4, 4 миллиона, нет, падайте. Да не, пусть падает. Бегите, Void, дай... КД. Падайте, там некого. Есть себе вставалка? Устал. У меня вставалки нету. Блин, выставите свои дебафы на центр экрана, чтобы вы видели. Потому что... О,
О, сейчас я воскресну. А тут и хилов-то нету. Ладно. Лука резну. Сегодня сейчас. Тебе показывает этот только бомбу, а тебе нужно средство вынести в обязательном порядке. Бомба тебя убьет только на призыве сопроникового страха. Прям мод. А я просто смотрю такой на панельку, там что-то свет небес, блядь, шок нахуй. Думаю, что за хуйня, блядь. Думаю, за. Да паладин. А я в хпала заспекнулся, блядь. Что там ДПС дал, интересно. Слушай, так неплохо, полтора. 500, блядь. Полтора, когда хорошо. Попало не дамажу. Не, ну сейчас я спекнулся. Прошлое КД на Везексе сидели, ну, застряли и сейчас. Какой-то такой невезучий босс. Везекс изи, блин. Изи, если у всех на панелях хотя бы дебафы свои видны, ну, изи, они видят свои дебафы. Если ретрик в хпала не спекается. Да в ДБМ там заранее говорить, когда убегать надо. Да можно... Не знаю, я сейчас с ДБМом играю, раньше вообще без него играл и все нормально видел. Главное, удобно поставить все и знать, когда что выносить и когда отходить. ДБМ. Киловые люди без ДБМа играют. Ну, скажи это Домироусу, блядь, который не может кнопочку нажать, чтобы кикнуть каз, блядь. Скажи это Гудлику, бля, который не может яр с берсерка нажать и зуботычник. Вот там базарить, блядь. Мне не говорили, что забивать. Когда я понял, что забивать, я все забил. Ну все, красавчик. А, получается, ты не знал? Так, ну нет, конечно, я в ульдаре первый раз на мидуке. Откуда я знал, что надо делать? На локи же я ж не могу косты забивать. Получается, экзамен прошел. Да. Так, все тут. Давайте уже убьем его. Ой, кто это там так? Босс пришел. И сразу так. Алло, Пирс. А, Пирс поставил. А этот, второй лог, который хрутмод. Назад отойди, прессик, поставь себе портал. Ты поставил? А нет, да. Все, давайте. Эрчи на готовность на пул. Надеюсь, у меня телефон не успеет сесть. Все, давайте пуляйте. Исполнено, дайте время набрать агро. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Новую эру страданий. Стоим, ждем. Побежали. Не, вот что это? Вы не достаете, разбежали? Или чего? Что вы все выбегаете вперед? Давайте вам предкавры мягко сюда. Разбежали. Банан назад. Да.
Его кто-то подъехал, поджали. Опа. Попал я в бетон. Добежал. Левый волк назад. Левый волк. Портал. Ай, слакер. Бегом. ГП. Я понимаю, хочется подамажить, но... Просто когда ГП не дают, типа, очень... Ну, так на расслабоне идем. Минус кролл давай. А толку? Да тут ему ничего не надо, кроме вот. Ну да. Ну вот, каст не сбили. А, там если каст не сбит, то что будет? По всему рейду урон идет. Ну, один раз босс бьет, и у всех по 50% хп. Ого. Топайте. Полетели. Что случилось? Тут я заслакал уже. Есть БР? А, все, вижу. Забейте. Милики, разойдитесь на максимум. Да все, да все, сейчас добьют. А то сокрушение сотни всех сразу. Танка. Что там, плащ выпал, нет? Да. Нет, не выпал. Да, выпал. Нет. Мне интересно. Ну, посох неплохой, да? Капец, у вас достижение, конечно. Может то резнуть. Угу. Плащ с Фезекса. Что, упал? Да. Да, вот это все. Кони. Я распылить нажал. Спасибо. Если бы упал плащ, банан бы там орал бы, это 100%. Ну, слушай, упал, это тоже неплохо. Так. Да что, долго искал в Атлас Лути? Че, исполит, да не гонешь, да, этого йога? Потом уже на Авгалоне эту йогу танчишь. Это тут палом пиздец, эти мобы ебаны. ТЛПшка визи. А Ешуга не упала.
А что там из 32-го шмота упало? Ничего. Мишку хороший посох. О, господи. Ну, надеюсь, он хотя бы был нужен. Зачем тебе здесь, зачем тебе хапалом здесь заходить? Где тут на Йоксерона хочешь заходить? Паладином? Куда ты хочешь паладином с ней прямо? Ну, слушай, не знаю даже. Посмотрим по обстоятельствам. Один трай сделаем, конечно, с паладином, но не думаю. Ладно, короче, торим здесь, остальных все этот. Рибав, дайте, пожалуйста. Да, прибрызг-то тоже. По лужам не бегаем. Через первую лужу пробегаешь насквозь, быстро двух мобов заливаем, и дальше играем точечно. Стоим метки. У нас ДК будет танчить как-то? Угу. Да, да, танчить ДК. Между собой порешали уже. Все, давайте пойдемте пулять. Хардмод, да, пойдем после Алголона. Двоих, двоих, которые снизу. Пойдем. Окно босс, осторожно. Угу. Профессионал получается. Куда ему до Гудлика? Конечно, бесспорно. Ну, газ не сбивает. Выбегайте влево. Я не понимаю, что происходит сейчас с миликами. Каст вообще никто не сбивает. Поднимайте его в бро, фулл ребаф ему дайте. Напряглись, немножко осталось. Начинает немного подгорать. С этого. Мы уже закрыли почти? Почти там. Да. Хера выдумывай. Да можно и быстрее. Что вы быстро? Так мы еще на Везерсе упали. Да, мы... Ну, в прошлый раз мы где-то за 1:40 снесли. Нихрена себе. Что-то мы... Я думал, вы до 12. Я тебя умоляю, что-то 12. Если бы еще не ребут... Мы бы уже на углу не стояли. Так мы еще и начали ж... Ну да, 40 минут. 40, да, где-то так. Да, но все легко уже проходит. А то либо закрыли хрен. Конечно. Ну все кроме... Нет. Мы все кроме пожарного в хреме делаем. А что пожарный, что там? Это трата времени, люди просто первый раз, и, типа, учить долго, потом как-нибудь. Все в Т4 будут? Когда мы нахуй... Все в Т4 будут сюда ходить, никто не будет. Это да. Все. Завод будет ходить. Вот тут, стакаемся здесь. Будет. Ой, блядь, не назначил метки, ёбать, урод. Ну, так, два вара... Метки. Да, два вара, Корнес туда же, и... А, Ретрик? Ты о чем? Подожди, куда тут тоже? В портал. Вон ШП, Ретрик и два вара. А, да, давайте Ретрик, ШП и два вара. Портал. Я там как раз не был, давно хотел побывать. Спасибо. Ну, смотри, ты, там будут черепки, тебе от них нужно... Я не иду, да? Не. Там зачем хил? Блядь. Бегу к тебе. А если я в портал зайду, ничего страшного не будет? Разорвется нормально. РДТшники играют и пощупались по-тяжелому. Так, по меткам. Сейчас постараюсь расставить, но... Да забей, 4 портала будет. Ближе подходите сразу. Под этот. А, ты... Разлагающее убейте. Один босс бьет только и все. Иди ближе к порталу. Босс сам себя бьет? Заходите в порталы, оставшиеся. Подожди. Оттанкнул босса, отошли. Ну кто босса надо было подписаться, не босс, блять, а бог. Или про, блядь. Я слишком много налутал я. Да, все кофейни. Кафу, включи свет. А чё я один бил, я хуй знаю, чё вы, блядь. А чё он к новому боссу не с вами в дискорде, что ли?
вышел, скорее всего. Говорит недостойный. Я главное, чтобы знал, что делать на босса. Чё? Остальное пофигу. Потом я расскажу. Потом расскажу. Ходите. Ну, тут просто предложили до совета директоров рост, поэтому. Ну, и спокойствие, я согласен. Нет, ну, как персональная отбавка, банан. И окно могли бы тоже не то, что уволить в любую минуту. Бананчик? По порталам разошлись. Ой, извиняюсь. Я зайду в портал тогда. Ну, в принципе, все понятно, тут нормуль. Ты стаков немного налетал? 65. Давайте быстрее зальем, потому что они сейчас переведут. Да, доигрывайте, приведем. Выходим, помогаем играть по щупальцам. До конца играем здесь. Все, выходим. Так, ну весь возле тяжелого щупальца подходим туда. Осторожно, доигрываем. Спиной повернулись пока. Отвернулись. А танк будет забирать моба, не? Ой. Забейте просто. Просто забейте. Да все тихо, нормально, сейчас отвернулись. Да в смысле нормально, уже трое лежал. Я не понимаю, почему танк... Добьем, добьем, мобов добьем. Не забирал. Тихо, все, уже играем, ничего страшного. Что делать уже? Отвернулись. Возле босса близко не играем. Стоит. Поставь дальше звездочки мобов. Отвернулись. Потому что спиной близко с боссом тратится здравомыслие. Но нам не босс, нам не моб, все, я сдох. Помогите мобу. Борда миликов нету. Я помогу поиграть по этим. Развернулись. РДД, помогите. Да я помогаю, помогаю. Играйте, добьем. Нормально. Главное, здравомыслие не лутать, лишнее. Отвернулись. Амбирус, Волош. Дайте роману. Отвернулись. Гимномано. Виноват на самом деле, там фул у всех. Конечно, надо мало. Там хватает все дамага по боссу. Сколько там до берсы, я не вижу. Меня забагалось. Да хуя. 7 минут. 20. Да, успеем, да пух. Отвернулись. Да просто распределите, кто по боссу, кто по. Да я по мобам играю, все, РДшники, играйте в этого. Я помогаю. Хотя, нужно немножко помочь. Помогите по мобам сыграть, все сыграть по мобам. Все сыграть по мобам, все по мобам сыграть сейчас. Мобов залейте. В первую очередь. Там уже много вышло. Звездочку поставил на моба. Его прилетите, заливайте. Сейчас они все остальные сдохнут. Все, РДшники, можете обратно свечиться в этого. Йога. Отвернулись у кубка. Играйте по мобам, по боссу.
А то, что моб меня бьет первого, это, конечно, хреново очень. Ну, если я сдохну, то... А, этот... Гим есть на ману? На ману отдавал. Отдавал, да. Спросили сразу. Все. Отвернулись. Тянулись. Что такое? Моба, на таунте. Че исполин? Что с тобой? По мобам сейчас играйте. Отвернулись. Вставка есть? Ну, вставалки нет. Я бы встал бы уже. А, моба сыграйте большого, который темный. Лужу разлей, собирайте сейчас по мобам. Помогите залить. Не хватает пока ДПС. Отвернулись. В мобов сыграйте, там ауешкой разные. Бля, сейчас мы СС не работаем. Мобов давайте играть. Мобов играйте, отхиливается. Уже сейчас третий будет. По четвертый, точнее. Все в мобов свичнулись. Босс тоже хилит. Развернулись. Череп, крест. Ну, сыграли. Песик сыграли. А, так, ШП, оставайся на боссе. Остальные играйте в мобов. Соло забивать будешь. Доигрывайте по мобам пока. Там вот маяк такой есть, на моба вешает. Вот если 20 метров от босса отведешь, то босс хилиться не будет. Так, для справки, босс хилится. А, помогай ШП, не хватает ДПС. Слышишь, исполин? Да, чё? Да все, еще лоу, да все лоу. Падаем, все. Стоп хил. Вот там на мобов босс вешает маяк. Войт, тихо. Все, давай, 20... давай туршу, ты потанчишь и все. Давай так лучше сделаем. Да не, ну... Не, потанчу-то ладно. Просто надо как бы знать, что вы делаете. Вы стоите, босс хилится 20 метров вокруг моба. Ну, слушай, ну понятно. Это просто сейчас... Ну это же я к тому, что это надо понять людям, запомнить это, что это не просто так. А не то, что там всегда будет за вас кто-то танчить, там воид какой-то. Вы просто должны знать, что вы делаете, правильно? Ну, какой-то воид лайт будет танчить. Не какой-то, а именно лайт. Он отхилил очень много боссу. Ну все, ладно. Короче, да, тут что-то исполин немножко приснул, не бывает. Ничего страшного. Потому что я не танчил его ни разу. Я за ШП играю. Ты бы сразу сказал. Тогда так говорите, если вы не знаете, что делать за свой класс, так говорите сразу. Ну, видел после человек пару раз. Я не знаю, что делать за свой класс на этом боссе, вообще в этом инсте. Все, давайте этот Devil Walk, прыгай в Devil Walk, исполин, прыгай в ФДКшку, Void танка и убиваем. Никто никого не чмурил, я объяснял сразу, что вот эту парашу надо отвести на 20 метров. И причем во время боя еще говорил об этом. Давайте. Давайте, Black Bacardi, танцы в моей кровати, сейчас все будет. Кас сейчас шаман только сбивать может. Ему удобнее с рейнджа сбивать. Собью. Кому нужно сбить? Всем собью. Ну, мобам, который у меня искушение. Да, базара нет. Окей. А, давайте. А, все фулл ребаф. Чего не хватает? Каски не хватает. Всем сейчас ребафы, пожалуйста. И РЧ на готовность. Лапу. Шлепни лапни.
банан. Банан, а, есть, все. Войд. Стойте, босс, куда-то. Войд, беги быстрее, лови. Да долго мы, понимаете? Я же тоже немного не буду начинать. Отбегите. Все, давайте, нормально собрались. Сейчас все убьем. Блэк Бакарди. Все нормально. Главное мыслить позитивно. Кровосток, послушайте. Ага, дача. Ходите дальше пока. Да, рано, не врывайтесь. Он подошел, чуть его как бы потерял, и начинаете играть разрешно, блин. А, нормально. Что, начинаете играть? Там еще один, да, остался, по идее. Нет, два. Не щадите их! Бейте без промаха! Не щадите их! Бейте без промаха! Проходите дальше, не утяните случайно вторую лужу. Доигрываем по мобу. Все, убежали. Звездочку стакнулись с этой стороны. Так, ну по порталам в целом нормально было. Так, сейчас все идем. И все убьем. Главное только это. Не обосритесь. Ты пойдешь вместо меня, пока? А, да, давай быстрее посхожу. На той стороне есть разлагающая. Милики тяжелая не бьют. Милики даже не знают, по идее. Передвигайтесь же потихонечку хилы в ту сторону. За шамана. Дальше. Осторожно, лучи. Квадрат крестик, сбегитесь. Разлагающий, пойдемте поможем. По порталам разбежались уже. В дальний какой-нибудь. А, я туда схожу. Осторожно, быстренько добейте, отойди, босс. Все хорошо. Бля, босс машина, пиздец. Не успел зайти, все, мертвый уже. Даже костануть не успел. Когда замороженный, исполин бей. Бей его. Сколько там до выхода? Да хрена. Чуть ли не за эту, не за одну комнату почти переведем. Порталом потихонечку подходим. Давайте выходим, не будем даже рисковать. 700 тысяч у него. Там босс в соло может его убить. А мы так не заниматься не будем. Отошли от исполина. А, стоп, это крест квадрат сбежались. Черепа отбежали, от черепа отбежали все. От лобро. Очищение оставил. По порталам разошлись. Любые порталы абсолютно прыгайте. Ближайший, который до вас. Кадушная комната, вообще ужас. Не люблю ее. Ч
черная. Тяжелая. Ну я не понимаю, как мне двигаться, когда я налево хожу. Минус босс. Ошибись. А у нас нету эрдружка. Есть БР? Есть. Быстро прыгай в портал, беги в комнату и бей босса. Прыгай в портал. В любой. Вон он. Зашел? Смог? Ты куда? Ау! Все, ладно, ничего страшного. Он в пасти появится, сейчас реснешь. Портал вот, если что, ты мимо него два раза пробежал. Все, ладно. Уже нет порталов. Стакаемся. С одной стороны. Разлагающие доиграли. Мирики, вы отвернулись. Спиной бежим. Отвернулись, ребят. Все, играем по боссу. Давайте, даю Геру. Отвернулись. Нет, там босса, не? Не-не-не, там босс внизу. Отвернулись, кто там стоит на кастовую? Отвернулись. У тебя фростойка не включена? Гимн на ману есть у кого? Отвернулись. Вернулись. Дерево, спиной вообще стань. Хиль спиной, что ты делаешь? Вернулись. Исполин, у тебя фростойка не включена случайно? Не, не включена. Нет, у меня не включена, у меня спек просто такой, что срывает. Срывательный спек. Отвернулись. Надо убить быстрее Лока. Сказал бы, что у тебя мало здравомыслия. Переиграли. Так, я по-моему вам играю, играйте в остальные РДшники. Взгляд, не поворачиваемся пока. Играйте в боссу. Отворачивайтесь. Давайте больше без замка. Свернулись. Банан, да не поворачивайся, блин. Играй тупо вот спиной. Тебе вообще двигаться не надо здесь. Он, блядь, не налутался. У меня 6 здравомыслия, не поворачиваюсь. Хорош.
Отвернулись. Ой-ой-ой, на тоненького два здравомыслия осталось. Отвернулись. Доигрывать у босса. У босса ДПС. $20,000. Ну добейте уже, ну. Так. Вот у нас молоточек. Корнес, нужен молоточек? Не, мне не надо. Чё он такой? Мне нужен такой, нихуя себе. На ретрика. Скрещь. Ну, я думаю, что на ретрика лучше. Намного, чем 239-й, там АРП да. Бесполезно. Да, да. Так хотя бы и хит. Хита погнали в этот, о, господи, вестибюль. Забирал кто-то молоток, не? Да бери, бери, конечно. А то РП, блядь. Я такой еще хотел на этого, на декататка. Но сейчас... Вроде как вот этот с тремя дырками крутой считается. Меткость хоста там, да? Ну, кстати, не знаю. А это что дает, по-моему, меткость крит? Да. Ну да. И у него просто еще две дырки. И тут вот стамы считай 138, а там то ли 90 стамы на том и три дырки. Мне кажется, вот этот вот пушка, она будет лучше сейчас на БДК танка. Где наш супер танк? Так, Исполина, ты алкалон оттачил? Нет. Там, короче, не сложно. Там босс будет и живые созвездия. Живые созвездия, они каждые 3 секунды скидывают агролист, меняют цель. Чтобы они на тебя шли, тебе нужно будет их забегать за дырки черные, чтобы они в дырки заходили. Они уничтожают дырки и сами исчезают. Вот тебе нужно будет... Это сложно объяснять, да он знает. Он постоянно... Же говорит, просто знаешь. Смотри, типа ты 3 стака, 4 или 3 стака меняются? Вот, на каких стаках меняетесь? На 3. На 3 стаках меняешься, просто обходишь ложу и грипаешь ее. Все, больше сильно ничего не требуется. Ну и тантишь Корнеса. Их 3 штуки, ЛПшками кидаешь в них, таунтишь, когда таунт КД, ЛПшками херачишь. А подожди, банан, а зачем тебе алкалон? Ты триню хочешь? Ну, триню на хилпала он хочет. Ну, у нас триня на бой тарелок претендует. Ну, ок, хорошо. Эти фреймы закрыл вместо того, чтобы кикнуть. Ой, зачем эти помощника дают, господи. Давай, Корнес, покажи волшеб... А, стоп, кто там волшебство может показать? Все, уже показали. Это магия. Ставьте... Есть у кого фласка на ХП? Одна. Да ты что, здесь не выживаешь? Десятки. Все равно пробивают. Ну, на всякий. Пусть будет. Дайте мне что-нибудь. Ой. Так, короче, по тактике. ШП вроде был. Лок. Смотри, будут, короче, по мобам. 4. Начали играть все по боссу. Дальше. Я плюс. Давай, Пирекс, поможешь мне играть по созвездиям. Вот.
первые два, а дальше я сам доиграю. Вот, мы играем по созвездиям. Созвездия, если они умирают, под ними появляется черная лужа. Эта лужа, она является телепортом в астральный мир. А туда заходить раньше времени не нужно. То есть, если рядом с тобой разрывается звезда, ты должен от нее отойти. Вот. А также будет падать кара небесная. Это такая небольшая красная точка. Вот, из нее тоже нужно будет выходить. Вот, если ты на ней будешь стоять, взлетишь, это ваншот. Вот. Ну, в целом, это по фазе основное. Вот, будет еще фазовый удар, я его буду анонсить. А на фазовом ударе мы все подходим к этой черной дырке и в нее проваливаемся. Когда проваливаешься в черную дырку, пробегаешь влево-вправо от радиуса этой дыры. Вот. Это ты кому объясняешь? Это я объясняю Локу. У нас вроде здесь Yellow не было. King, знаешь тактику? Что? Yellow King. Yellow King знает, он был с нами в прошлый раз. Вот. Далее. Ну, получается, это будет вот такие две фазы. Мы, по идее, ко второй фазе уже должны будем перевести его, ну, на третью, условно, да, если так назвать ее можно. Вот. На третьей фазе просто идут мобы и тупо зергаем босса. В целом особо ничего сложного нету. Десятка достаточно простая. Погнали. Ну, да. Верчина пол, готовность. Что первый будет? Не бейте только босса, пока не дойдут. ДКшник. Первый, да, первый танчит ДКшник. А потом гриппер будет. Все, давайте печку сделайте. ШП, ты можешь фазовый удар проживать здесь, в туче. Есть и символ тучки есть, чтобы КД снижалось. Есть, 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 но я пока очкую. Не, не очкую, просто отдавай тучку и все. Звезде, помогите сыграть. Берегитесь. Второй отбежали. Звездочку, помоги там рядом, Хартмор. Отойди осторожно, звезда, отойди от звезды. Все. Дакара успею добить. Все нормально, я один успеваю. Не спорим, кара. Отходим. Иди, отсюда. Заводи созвездие. Добиваю. Помогаю подхиливать пока. Созвездие. Кара, мили зона. Созвездие заводите. Фазовый удар. В любую черную дыру подходим. Заходим сразу. Заходите. Влево-вправо отходите, чтобы не провалиться назад. Минус один. Минус два. Пробую. Добиваю звезду. Не заводится звезда. Хуево все. Падаем. Так, а у нас этот босс же танчил здесь. Слушай, ну смотри, блин, ты просто даешь ЛП-шку, вот, отбежал чуть-чуть и грипанул в дырку. Тут вообще ничего сложного нет, наверное, на ханте это делаю. В целом нормально, идем, сейчас спокойно пройдем. Можно ливать, это, блядь, не игра, это просто пошли не нам. Ну, главное, не стрим, не афкашим, сразу пошли быстренько там, господин миллионер Вовпро поставит нам рыбу. Мы быстро ее покушаем,
ворвемся, сносим ему голову, убиваем острокрылого Игниса и уходим довольные спать. Мы идем на Найт Холл, ебаный. Ты идешь на Найт Холл. Я бананы жду, банан, я уже зашел. Иди там своих друзей, ищи новых. Это кого, куда вы собрались, Гудлик? Найт Холл. Сервер новый. Сегодня открылся. Он уже второй раз открывается. Я промолчу. Да не, все нормально. Зато быстрый старт дадут, если что, если он закроется. Куда тебе дадут быстрый старт? На сервис. О, какой кайф. Толк от этого быстрого старта не вижу абсолютно. Банан, короче, ты создаешь Лока, я Эли, мы берем R1, нам дают бабос, и мы уходим. Кому? Тебе тоже слабый. Корнес, ты хоть раз встречал его здесь, на Сирусе, Гудлика? Конечно, блин. Ну, я веду на ник, что, у меня на Локе, на котором я арене, другой ник. У меня ник Shadow Crazy. Ну, понятно. Ну, то есть, короче, не видел, да, ты Корнес его? Гудлик, это не твой Лок. Это я. Это не ты. А кто это? Это третье окно Корнеса. Да, это мой Лок. Корнес вообще на самом деле 50 аккаунтов держит и одновременно на них играет. Так. Невай, слышишь? Если что, говори, когда массакру давать, я там... Да там, слушай, ну все прохилилось нормально абсолютно. Когда видишь... Там... Ладно. Пожалуйста. Смотри, когда мы в портал, я беру... Влево-вправо, как только начинает темнеть, я сразу выхожу с портала, правильно? И там мобов надо убивать. Ты когда так? В темноте, нет, ничего убивать не надо, ты когда падаешь в темноту, ты просто выходишь из радиуса лужа, что тебя не закинуло обратно. Ну, меня только что добав... меня обратно закинуло, а потом... Да, вот смотри, вот видишь, где шаман? Видишь, где шаман стоит? Вот я вот прыгаю. Вот она, условно, эта лужа, вот я в нее зашел, и типа я должен сразу вот так вот выйти, все. То есть я обратно не провалюсь. То есть я вот зашел, пробежал дальше куда-нибудь, в стенку, там, влево, вправо, без разницы. Банан, мы за Орду. Все, давайте РЧ на пул. Сразу вот так поставим. Ставлю тотем на захил. Помощь. Все, готово. Вот, тут есть этот охотник на демона. Кайф. Удли, давай потом. Извиняюсь. Друзьям своим расскажешь в школе. Третью ауру поставьте кто-то вместо босса на второй. Ну, помогите сыграть по звездочке. Стороны. Кара, Миля. Не бейте. С вас рвется. Поднимите рейд по ХП. Ставлю звездочку. А его нельзя включать. Поднимайте рейд по ХП. Не трогайте звезду, я самого не играю. Все. Кара. Иди, Искара. Звезды по мне играют просто. Ну, минус один. Слушай, несерьезно. Слушай, ничего страшного, это обычка. О, это обычка где-то десятка. Осторожно, взрывается возле Мелизона. Все, нормально. Все, завели. От кара отбежали. Одну помогаем играть до перехода. Заходим возле босса заходим. Очень плохо. Слово хп, все зашли просто. Нормально, поняли, хп. Отбежали от кара. Капец. Так вот ли. Не те звезды грипаешь. Я понял. Забирай босс. Все, сейчас последний круг и играем по боссу. Берегитесь. Пора.
Я помогу захилить. Все, играем по боссу. До того. По сферам не свичитесь, не дотайте, ничего по ним не делайте. Великий, осторожней. Берегитесь. Кара. Одну звезду добиваю, чтобы заходить было. Забери босса обратно. Если есть гим, то сдавать. Хотя да, ладно. Гим на мана. Что я уже забрал? Ближе к порталу подходим. Берегитесь. Кара Мелизона, кара Мелизона. Суровый удар, подходим к порталам. Заходим все, заходим. Все, играем по боссу. Блять, хуёво. Добиваю, быстро, добиваю. Поднимайте рейд по ХП. Кара Мелизона. Осторожно. Поднимаем по ХП. Сейчас вторую добиваю сразу. Опасная ситуация. Вубро, прожми. Все, нормально, играем по боссу. Осторожно, там возле звезды прям стоишь. Все. Я думал завести, блядь. Не надо, нормально. Все, доигрываем. Кара Мелизона. Кара Мелизона. Ну, вовбро, ну отойди ж ты от кары. Добьем. Еще 12% убить. Тоже добить. Да блять, убить. Кому-то заходим. БР дать одному. Нет БР. Забери босса 4 стака. Быстрее спалим. Босса. Кара разбежалась. Сколько там процентов, я не вижу. Суровый удар. Подходим к порталу. Ой, чего не проваливаюсь? Берегитесь. Все, добиваем уклона. Пизда. Да, все. Фигня полная. А чего лок умер?